Стрелять может быть вооружен. Патруль компании. Этого я и боялась. Сотрудник компании убит! По левому тоннелю приближается еще один отряд. Все. Но я полагаю, это не последнее. Согласна. Будьте наготове. Не вижу цель! Видите? Уайтчепл, вон там. Леди Игрейна, здесь явно побывало несколько человек. Кто-то помог сэру Галхаду. Сообщите совету, что мы разыскали беглеца. Прикажите всем рыцарям стягиваться к Уайтчепелу. Да, миледи. Господь свидетель! Я положу конец этому мятежу.
Выходите! Живо! Нужно уходить. Каждую минуту в Уайтчепл может нагрянуть полиция. Они начнут вязать тут всех без разбора. Собирайтесь и уходите. У меня есть одно дело во дворце. Вы что, не в своем уме? Вам никак нельзя появляться во дворце. Я должен вызволить Николу. Я его должник. Алистер вас знает. Он ждет, что вы явитесь. Знаю. Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один. Если доживу до завтра, я разыщу вас. Решено, рыцарь. Не слышали? Я больше не рыцарь. Нет, вы не рыцарь, мсье. Но кто, предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. Две революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Посягнете на дело свободы, и клянусь, я стану вашим заклятым врагом. Адьё, месье. До новых встреч. Мы еще встретимся, друг. Уже уходите? Дэви. Вы запомнили мое имя? Мне многое нужно вам объяснить. Я должен был вам поверить. Нет времени на болтовню. Вижу, вы торопитесь на тот свет. Я все исправлю. Любой ценой. Тогда держите. О, и постарайтесь не умереть. Похоже, вы нравитесь моей королеве. Никола, ответьте. Я в катакомбах. Иду к вам. Сэр Галахад, вы сядете ли? Вам нельзя здесь появляться. Держитесь. Я скоро буду. Черт. Что? Тревога! Не подпускать! Огонь! Дьявол!
Затем, суки! Проклятие! Один у меня!
Патроны кончились! Сэр Галахад, у нас неприятность. Сюда идет сэр Лукас. Никола, уходите оттуда, немедленно! Бояться нечего, друг мой. Я оставлю канал связи открытым. Все будет хорошо. Никола, не глупите! Никола! Проклятие! Представителю круга восточного побережья Америки. События последних дней взволновали членов нашего общества. Империя считает, что монархии ничто не угрожает, но это жестокое заблуждение. Они проклинают королеву, однако делами в государстве давно заправляют куда более влиятельные люди, чем она. Орден ввел в Лондоне военное положение. Боюсь, мы приближаемся к точке невозврата. Эти стражи, прикрываясь заботой о нашей безопасности, нависли над нами и неусыпным оком следят за каждым. Все это пахнет тиранией. Не лучше ли нам было под рукой Ее Величества? Не будем ли мы молиться о том, чтобы она прервала свое затворничество и защитила нас? Пока я не в силах осмыслить причины происходящего. Потому умоляю вас, не возвращайтесь. Не время. Кто знает, возможно, уже завтра мы будем вынуждены покинуть место, которое считали домом. И искать спасение у вас.
Прикрой меня! Я почти разбил!
Стоять!